В Центральной России температура почти на 10 градусов превышает климатическую норму. Что ждет жителей Чувашии нашему телеканалу, рассказал начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Марина Китарьева. Именно такая жара нас не ожидает. Чуть-чуть попрохладнее, буквально на пару градусов. Это все связано с выходом тропического антициклона. В основном его масса идет на Москву, а мы как бы на периферии, поэтому от жары у нас такой не будет. Но все-таки же у нас будут по-летнему теплые ночи. Температура воздуха в ночные часы будет плюс 12, плюс 17 градусов по республике. А днем мы ждем плюс 23, плюс 28. Ну и так как уже все-таки же лето началось, так скажем, и испарение с почвы идет, интенсивно образуется облачность, то, конечно, местами большая вероятность именно ливневых, кратковременных грозовых дождей. И как сопровождение грозы усиление ветра. То есть ветер ожидается такой порывистый. Но вот такая погода, она сохранится только до субботы. В субботу уже начнется постепенное понижение температуры. И в воскресенье 19-го ночью уже только плюс 2, плюс 7. На почве даже местами возможны заморозки 0, минус 2. Это пока предварительные расчеты показывают. Ну а днем столбик термометра не будет подниматься выше 15, ну максимум 17 градусов.